Зрители центрального стадиона имени Ленина были свидетелями успешного выступления 19-летнего легкоатлета Валерия Брумеля. По его просьбе судьи установили планку для прыжков на высоте 2 метра 23 сантиметра. Это на 1 сантиметр выше мирового рекорда американца Джона Томаса. Внимание! Новый мировой рекорд установлен с первой же попытки. Свое блестящее достижение московский комсомолец Валерий Брумель посвятил 22-му съезду партии.